Всем привет! И сегодня у нас на обзоре новая игрушка Т3 Arena. Я в ней еще ни разу не играл, поэтому будет первый обзор, первые впечатления. Посмотрим, что это такое. Так, ну давайте пока как... Хотя ладно, давайте сразу авторизуемся. Не, пока не хочу я вводить почту, пусть будет как... Зайдем как гость. Да-да, все мы принимаем. Так, а. Очень неудобные баттоны. Окей, все принимаем. Что мы тут должны сделать? Имя. Меня зовут Марс. Воу-воу, полегче, цыпа. И встречает нас вот такая вот жесткая барышня с гитарой. Так. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть из настроек. Так, интересно, а русский язык у нас здесь есть? Нет вообще? Ну, пока... Так, вот здесь возможно. А русского языка у нас и нет. Ладно. Нет так нет. Да полегче ты, бейба. О, смотрите, она еще вот так умеет. Ладно, давайте сразу врываемся в бой. Как я понимаю, у нас никакого не обучения, ничего не будет. Посмотрим, как нас будет встречать игра. Так, the first team to get... Первая команда, которая получит 20 киллов, побеждает. Так, у нас здесь получается обзор от третьего лица. Мы можем при... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, чё за суета? Какие-то здесь... Вообще ничего не понятно. Какая-то движуха есть. Ну, вообще ничего не понятно. Мне, конечно, не нравятся игрушки, где от третьего лица. Обзор. Вообще не понимаю, что за способности, что я делаю, что это за паутина такая. Ничего не понятно. Обучения никакого нету. Могу прыгать? Что-то там квадрокипл килл, что-то непонятное. Вот что это за паутина? Что это такое? Так, у меня, кажется, мало хп. Нужно хилиться. Вроде кого-то убиваем, уже хорошо. А, эта паутина, получается, я замедляю противника, то есть он не может двигаться. Нужно хилиться. Да, получается, мы его обездвиживаем. А это типа наша суперспособность, с помощью которой мы наносим урон.
Так, у нас первая победа со счетом 22. Так, получается, сколько у меня? 14 киллов, 2 ассиста. Ну, вот такая вот у нас крутая космо-бэйба. Она это делает, она играет с очень недовольным лицом. Если ей не нравится играть, я не понимаю, зачем она этим занимается вообще. Так, окей, что у нас есть за герои? У нас получается здесь, ну, прилично много героев. И выбирать я пока никого не могу. Я могу попробовать. Так, что сейчас будет реклама, что ли? А, нет, это просто типа зона практики. Зона тренировки. Ну ладно. Воу-воу-воу. А, типа, все, я, получается, могу просто потренироваться и потом просто выйти. Типа, вот, сейчас загрузилась суперспособность. Понятно. Очень приятно, как выйти. Что за коллекции? А, это типа оформление иконки. Какие-то банки. Что это вообще такое? Постеры. О, понятно. А, так, стор, не могу зайти. Нужно два героя. Ящики, что за ящики у нас? Монетки. И сейчас мы, получается, сможем прокачать нашего героя, наверное. Окей. А, и у нас, получается, еще будут разные варианты типов боя. Сейчас у нас просто десматч. Трофеи разблокировать надо. Это что такое? Это вообще какая-то непонятная дичь. Какие-то видео, что-то. Ладно, нам пока не надо. Но, может быть, можно как-то сделать настройки от первого лица. Пока я не вижу такой возможности. Графика, аудио, аккаунт. Регионы. Непонятно, что поменяется. Давайте поставим Россию. Не может. Ладно. Полетели в следующую катку. Ругается что-то. Что это такое вообще? Как? Hello. Какие-то эмоции. Потратил ульту.
Double kill. Так, меня кто гасит. Вот тут, вот сейчас его гитары зафигачу. Мы у них тупо на... сейчас мы за... Мы у них тупо на респе тусовались. Опа. Кто-то свич. А, это от кого... За кем я могу наблюдать? Ладно, понятно. Так, а может как-то я могу поменять управление? Так, edit, jump. Ну, давайте просто пока поправим кнопку прыжка. Так, а мне эта кнопка вообще не нужна сейчас. У меня автострельба стоит. Мне она только мешает. Так, где у нас? Где у нас регулируется, блин? Сейчас меня убьют. Какая здесь регулирую кнопки. Мне на кое-нибудь зашкириться. Что это такое? Так. Тем временем мы победили. Может, это можно будет сделать в лобби? Да. Мы поняли, что тебе не нравится играть на гитаре. Так, где я регулировал управление? Не тут, вот здесь. Вот эта кнопка мне вообще нафиг не нужна. Куда ее убрать? Так. Когда я смогу выбрать другого героя? Непонятно. Может быть, когда я смогу вот набрать 200. Нет, это что-то не то. Ладно, полетели дальше. Стоп. Не успел. Отменить. Ну, у нас новая карта. Let's go, ушки. Так, вон кого-то вижу. Ну, графика очень мультяшная. Прям, ой-ой-ой. Чересчур мультяшная. Ай-яй. Так, мне нужно хилиться, иначе я умру. Так, вот здесь. Тут хилки нету. Вон хилка. Сейчас отчаяю гитары.
Что это куда? О, ракета. Ай-яй-яй. Вообще не вовремя перезарядка. Эх. Ну пока счет 9-1. Ну и скорее всего также боты в начале игры. Это что такое? Что за лифт? Воу-воу, полегче. Это очень большая карта и мало противников. Пока кого-то найдешь. Ой, я случайно. Это бомба или что это такое? Давайте. Нет, какая-то фигня просто. О, у меня как раз ульта заполнилась гитарная. А, тут никого нету, блин. С кем ты воюешь? Что это такое? Вот что это за шарики? Что это такое? Стой, 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 стой. Ну, что-то как-то... Нету экшена. Так, это что такое? О! Я сейчас могу играть новым героем, Глорией. Ковбойка такая получается. И у нас открылся ящик. Кристина, мое почтение. Так. И как мне теперь... О! Сейчас мы будем играть... Ну, конечно, Кристиной. Попробуем Кристину, а потом... Посмотрим всех и будем потом Глория играть. Снова эта карта. Вот эти у нее шарики, которые... Бэм-бэм. Вот такая. Что происходит вообще? В кого она стреляет? Кого она стреляет? Не могу понять. Дубл килл у нас тут. Ну это такая более жесткая барышня, чем гитаристка. Блин, мне кажется, вот эти вот штуки это типа мины. Трипл киллы тут у нас какие-то. Вот в кого она сейчас стреляла, просто не могу понять. Что такое? Так, у нас заполнилась ульта, сейчас будем смотреть новую ульту. Unstoppable.
Так, мне нужно попробовать ту ульту перед тем, как мы выиграем катку. Что это было? Вот что это она? Гомунку какую-то выпустила? Где противники? Воу-воу-воу-воу. Да, это, короче, мины. Вообще, я всю карту заминирую вообще. А, по привычке ножом бью, нажат. А нажат-то нет. Вот такая торва просто вообще. Гляньте, что исполняет. Остановись. Такая у нее пушка. Так, ладно, пробуем Глорию. И на это, наверное, все. Гоу, гоу, гоу. Опять эта карта, блин. Тут другие карты вообще есть? А, у нее способность входить в прицел. Ладно. Заполнилась ульта. Нужно ее будет попробовать сейчас. Непонятно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Квадрипл килл. Опять мы тусуемся у них на базе. Сейчас нас положат. Что это за хрень? Я вас понял. Сейчас, минутку, подождите. Вообще его сложно убить. Отдыхает пацан. Типа получается так, она стреляет из дробовика, а так типа у нее автомат. Ну да, поприкольнее будет, наверное. Это мы у них на респе. Так. Воу-воу. Вот тебе, блин, Роберт. Зачем меня убил? Убежать. Что такое? Я сваливаю.
Где противник? Так, нам еще двоих завалить и все. Все, победа. О, у меня все ачивки. Круто. Так, что-то я там разблокировал. Ну, в общем, как вам вообще игра? Напишите, нравится вам такой формат, не нравится. Мне, допустим, от третьего лица игры как-то вообще не заходят. Поэтому, наверное, это первый и последний обзор на Т3 Арена. Спасибо, что посмотрели. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем пока.